Эри Сандерс, идеолог и куратор TED, написал книгу, которая называется TED Talks «Слова, которые меняют мир. Искусство публичных выступлений». Эта книга – прикладное практическое пособие о том, как из публичного выступления сделать не просто хороший спич, а сделать историю, которая будет вдохновлять и которая будет менять мир. Это может быть 20-минутная история, которую просмотрят миллион людей, и TED Talks – это площадка, которая делает это на регулярной основе. Это может быть история, которая расскажет о сложном простом, это может быть история, которую внезапно рассказывает самый обычный человек, у которого до этого не было большой практики публичных выступлений. А сила этой книжки заключается в том, что это не четкая инструкция по подготовке, а это набор способов и инструментов, и каждый из вас может выбрать для себя именно то, что ему подходит. Это книга, в которой есть все, от самых основ, то есть от самых базовых вещей, которые очень важны для тех, у кого нет опыта, до довольно сложных и продвинутых штук, которые важны опытным спикерам в качестве таких лайфхаков и действенных инструментов сделать свой спич сильнее. В этой книжке есть все, от того, каким образом одеваться, как выбирать тему, каким образом взаимодействовать с аудиторией, до очень сильных спикерских и ораторских приемов с точки зрения техники речи.